по воротам Матушкин. Опять закатывается защитник. Да, мы уже с тобой видели постоянно. Ох, как Матушкин забивает! Просто невероятно, ни к черму делает голевую передачу. Вот что значит. На один. Неожиданный подарок ему защитники Адмирала сделали. Ой! Ну, пошло-поехало. Балла. Дубль для себя делает в этом матче. Все здорово разыграли. Сейчас единственный Куньлунь. И шестая шайба влетает в ворота Адмирала. Голышев подбирает. Перевод налево. Паре. Хороший момент. Один. Только не Паре, а Дакоста делал передачу на Голышеву. Но от того эта шайба не стала менее красивой. Лицевого борта. Последние секунды периода. Не получится у Витязя убежать в контратаку, а вот организовать атаку на собственные ворота получилось. И Светлаков забрасывает третью шайбу. Реализовать большинство, не реализовать большинство. В любом случае, преимущество ее все с каждой проведенной сменой становится все более солидным. Ну а теперь, после гола Эллисона, он не только догнал Мазякина по количеству набранных очков, если, конечно, Мазякина там не было в качестве соавтора заброшенной шайбы. Кемпай. Ларсон может к воротам прибежать, цепляет его Лукоянов. А Ларсону хоть бы что. 3-2. Салават Юлаев побеждает. Как же менялись казанцы-то. И заметил вот этот здоровенный коридор Филипп Ларсон. Четвертым Каюмов, Иванов. Коваленко, 13-й нападающий у Локомотива, а Пайков, вторая пара защитников, ну а второй паре после, потому что Локомотив активнейшим образом начал и сразу же забросил шайбу в ворота команды Игоря Никитина. Уже на первой минуте вынужден был капитулировать Сорокин.